На пресс-конференции в МКР «Медиа» организаторы фестиваля единоборств рассказали журналистам о предстоящем мероприятии. В этом году фестиваль пройдет 8-й раз и станет одним из самых масштабных по количеству участников. «Энергия единства» под таким слоганом 27 октября соберутся более 1000 спортсменов из разных регионов страны и Казахстана, чтобы представить свои виды боевых искусств. В этом году мы, я считаю, пришли к такому оптимальному варианту. Во-первых, мы совмещаем наш фестиваль с двумя шикарными турнирами спортивными. Один турнир у нас будет проходить по тайскому боксу во Дворце единоборств, соседнее здание с филотреком. Мы ожидаем порядка 400 гостей, то есть спортсменов, на этот турнир. И в здании велотрека у нас будет проходить Омск Опен как раз по тхэквондо, где мы ждем более 600 гостей из разных регионов. По словам замминистра спорта Омской области Андрея Хромова, единоборствами в регионе занимаются 30 тысяч детей и взрослых. На фестивале будут представлены различные спортивные федерации, входящие в состав Российского союза боевых искусств. Для Омской области появление представительства Российского союза боевых искусств – это статус. Основной целью этого мероприятия и фестиваля – это было объединение всех видов единоборств. Это дополнительно будет привлекать интерес наших маленьких бойцов подрастающего поколения для того, чтобы популяризировать вид спорта, показывать его красоту и чтобы родители понимали, что этот вид боевых искусств – это все-таки даже не просто самозащита, умение, хотя это важно в любой момент в нашем мире, но это определенная организация внутри каждого человека и дисциплина, и воспитание прежде всего. Отдельно стоит отметить, что два традиционных областных турнира по тхэквондо и тайскому боксу, которые на этот раз включены в программу фестиваля, начнутся 25 октября. А финальные бои можно будет увидеть 27 октября непосредственно на фестивале единоборств. Торжественное открытие намечено на 15 часов.